И снова всем привет. Сейчас мы разыграем быстренько два аккаунта на PlayStation 3. Как видите, у нас есть в розыгрыше 75 долларов и 68 долларов для покупки чего-либо с PlayStation магазина. Так как это немножко отличается, все-таки спасибо еще раз, кто пишет. DayZ, он стимовский, Rust, он стимовский, PlayStation есть PlayStation. Поэтому мы это делаем отдельно, но в то же время, грубо говоря, в одно время. Так, заходим опять в мобильную версию. У нас все так же 70 человек. Как видите, я обновляю. Время то же самое, чуть-чуть измененное на пару минут. Заходим в рандом. 70. 70. И генерируем. 38 номер. Номер 38. Так, здесь у нас 50 было. Все так же. И 10 считаем сначала. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 40. 39, 38. 38? 38. В этот раз у меня намного лучше получается. Так, Александр Прокофьев. Репост есть. Так, он еще у меня уже в друзья. Видимо, я ему за подарки, за активность или за что-то дарил PlayStation аккаунты. Для записи, друзья. Так, общие. Ну что, претензий вроде как нету. Парень молодец. Получает. Получает подарок. Что я скажу еще? Сделаем даже так, чтобы было более честно. Надеюсь, на мобильный не перейдет. Нет, не перейдет. Замечательно. Так, это победители прошлые. Это новые. Так, и второй аккаунт. Второй аккаунт. Насколько у нас получается был он? На 68 долларов. Так, обновляем страничку. Все те же 70. Генерируем. 23. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Так, так, так. Раз, два. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Дмитрий Волков, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23, 23. Так, копируем окончание. Я уже немножко подловчился, как вы видите. Теперь можно видеть не в мобильной версии контакта. Так, репост, репост, репост есть, друзья, имеются, человек общается, так, даже фотографии есть. Ну что, претензий нету к человеку, мы подарим ему, соответственно, PlayStation аккаунт с 68 долларами на счету, на который он сможет купить любую игру, которую он себе захочет на свой PlayStation. Естественно, ему только нужно для этого место будет на его PlayStation. Будь то GTA, будь то все что угодно, все что на что человеку хватит. Итак, здесь поздравляем победителя. Я немножко, видите, поменял эти аккаунты. Можете сверить с предыдущим видео, ничего здесь не изменилось. Все то же самое, только буковка M убралась, потому что просто так удобнее их будет добавлять. Иначе через мобильную версию это неудобно. Здесь я еще не успел это сделать. И здесь два победителя на PlayStation аккаунт. Первый получает большую сумму, то есть 75, второй получает чуть меньшую, это, соответственно, 68 долларов. Еще раз всем спасибо, с вами был Back in Sale опять. Поздравляем победителей!